Всем привет! Сегодня у меня новая распаковка, и сегодня я буду распаковывать два пакетика с акциями. А дело в том, что мы недавно начали собирать вот такие вот прыгскокеры из Dixie и из Пятерочки. Они, не из Пятерочки, а из Виктории. Они ничем не отличаются, только пакетиком, а так акции две одинаковые. Ну а тут сегодня мне попался вот такой вот пакетик, большой футбол из Пятерочки. Это и не Dixie, и не Виктория. Сегодня я раскрою их оба, но сейчас я хочу начать с прыгскокера. Значит, тут такая вот упаковка, тут какое-то предупреждение, нельзя есть. Значит, внешняя сторона пакетика имеет красивый дизайн. Тут вот футбол, прыгскокер, который пнул мяч. И вот тут вот разные логотипы. Вот тут вот написано «Узнай, кто внутри», «Прыгскокеры», «Жми на нас» и, собственно, логотип «Виктория». Неприметный. Я начинаю их скрывать. Ух ты! Кажется, это новый. Вот повезло. Мы собрали практически всю коллекцию, и этот парень у нас новый. Это большая удача. Пускай он постоит вот тут, вот с остальными прыгскокерами. Кстати, вот эти вот два парня, они повторяющиеся. Это Зубрила, а это я не помню, как называется. И вот этот. Вторая акция. Значит, дизайн у нее тоже футбольный, но они очень сильно отличаются. Тут футбольное поле сверху, а тут футбольное поле сбоку и в игре. А тут не в игре. Значит, логотип Пятерочка большой футбол, мне кажется, он тут прикольно выглядит. Вот тут вот тоже Пятерочка, футбольный мяч. Собственно, то же самое предупреждение. Пятерочка, штрих-код, я его скрываю. Ой, а что это тут такое? Что это? Это какой-то футбольный мяч или улей. Я не знаю, что это такое. Какая-то пластиковая сфера. В нее запрятали мячик. Если честно, на колокольчик это не похоже. Я думал, что здесь будет какая-то фигурка, а здесь улей. Я понял, в чем дело. Это не улей с наклейками. Это такой дизайнерский мячик. Ой, стой. Может уехать. Но у меня тут просто бумага. А он задевает ее. Значит, вот такая вот штука. А в этом наборе прилагаются вот такие вот наклеечки. Это болельщик. Игровой мяч и два номера. В центре написано «Выбирай наклейку для мяча, собери лучших». Лучших мячей надо собрать. Вот, вот такие вот штуки разных цветов продаются в акции для Пятерочки. Какая-то странная штука. Несколько раз вот такую вот увидишь на экране, заснешь. Хоть она будет с разными наклейками и разных цветов. Я хочу выбрать вот такую вот характерную оранжевую наклейку. Кстати, это Португалия, а это Испания. Я, пожалуй, выберу
Испанию и очень аккуратно ее наклею. Вот такой вот симпатичный мячик у меня получился. У меня тут остались наклейки, чтоб я, наверное, выбрал для другого мяча их. Вот. Тут этот парень пинает мяч, так что я отсюда возьму мячик и наклею мячик вот сюда. Шучу. Пожалуй, я оставлю мяч на своем месте. Пускай он дожидается своего часа, пока я его снова куда-нибудь наклею. Вполне возможно, что не в эфире. Вот так вот. Ребята, давайте наберем на моем канале 10 подписчиков, и тогда я выложу новое видео про эти акции, замечательные акции. Если чем больше на моем канале подписчиков, тем быстрее выходит новое видео. И сейчас напоследок я хочу провести мини-обзор, как эти скокеры прыгают. Я, пожалуй, прыгну только одним. Ух ты ж, ничего себе! Я повернул прыг-скокера, и тут оказалось, что на нем какая-то грязь. Это краска или что? На других такого нет. Вот вы можете сравнить. Какая-то грязь, я ее сейчас потру, она не... это краска какая-то. Тут есть одна пипочка маленькая, вот она. Вот она, млепусенька. Она не стирается. Хотя стирается. Короче, какой-то брак. Я, если честно, в шоке. Потому что я впервые это вижу. Кстати, прыг-скокеры — это монстры футбола. Они любят играть в футбол. И я сейчас поиграю немного. Гол! Ну все. Ух ты ж! Очень хорошо прыгают. Но, если честно, я бы не советовал слишком часто с ними прыгать, потому что вот тут образуется горка такая, и они становятся менее прыгучими. И они хуже влезают в коллекцию. Вот он, видите, немного сплющился. О, горка такая. Ну, на этом все, мои дорогие друзья. Сегодня у меня были вот такие вот акции. Всем пока-пока.